Всем привет, с вами канал Лайф Таро Надежда. Загадывайте своего мужчину, а мы будем смотреть его мысли о вас, что он думает о вас. Таро на конце радуги. Располагайтесь поудобнее. И давайте начнем смотреть сигнификацию. То, что происходит между вами сейчас, на данный момент, данную минуту, тогда, когда вы открыли это видео. Ну, или слушайте свою интуицию, благодаря ей вы точно получите все-все ответы, которые вас волнуют на данный момент. Что сейчас происходит? Какая-то резкая, быстрая смена настроения в отношениях. Подозрительность, недоверие. Почему все это резко случилось? Да, казалось, на фоне полного благополучия вдруг резко что-то произошло. Перестали доверять. Подозрительность, слежка. Опять же, здесь хочется, знаете, взять телефон и проверить, вывернуть карманы, заглянуть в душу, в мозги. Здесь хочется прояснения, здесь хочется наконец-то понять правду. Потому что слишком долго были какие-то иллюзии, как будто бы праздник. В отношениях каждый день долго не замечали происходящее. Такое ощущение, что здесь в один прекрасный момент как-то все поменялось. Либо в один прекрасный момент открылись глаза на происходящее. Что у нас женщина? Ну, женщина здесь на коне, здесь, конечно, на лисе. Вот, но здесь в целом женщина на коне. Это она здесь узнала что-то. Это она поняла. Это у нее здесь глазоньки открылись наконец-то. Да, на ее мужчину. Кто он, что он? Поверьте, вы сейчас про своего мужчину знаете. Ну, вот, если не все, то практически все. Вы никогда не думали следователем, сыщиком работать? Поверьте, у вас бы получилось. Потому что то, что вот накопали вы, узнали вы, догадались, прочувствовали, это еще не каждому дано. Вам есть здесь чем крыть, вам есть здесь на его факты, контрфакты. Вы здесь можете своего мужчину вот просто задавить той информацией, которой вы сейчас владеете. А что у вас сам мужчина сейчас? А сам мужчина здесь в шоке. Здесь его судят, хочется сказать. И здесь не только вы здесь можете ему предъявить. Здесь еще высшие силы. Он урок у вас проходит. Должен он его в любом случае пройти. Да. Потому что если будет сопротивляться, поверьте, жизнь его в бараний рог скрутит. Потому что здесь слишком долго он стоял на месте, топтался, сидел здесь. Видите, ничего не делал. И здесь пора бы уже действовать, принимать решения. Пора бы здесь уже что-то делать. Слишком долго он ничего не делал. Не хотел делать. Его все устраивало. И он вел с вами такую жизнь, которая нравилась ему. Прежде всего, может быть, и вам когда-то это нравилось до поры до времени. Вот пока вот если бы не одно «но». Но это «но» очень серьезное. Поэтому вы готовы сейчас стремительно разбираться, прояснять что-то. А он здесь в шоке. Он здесь в панике. Конечно, здесь мужчине не будет нравиться происходящее. Он будет стараться спрятаться, скрыться. Я не знаю, прикинуться ветошью. Может исчезнуть, не предупреждая, потому что он понимает, что нездоровая сейчас происходит ситуация, и вы сейчас очень опасная личность для него, которая не сулит ему ничего хорошего. Потому что если уж здесь разборки, то такие, что вы с него живого не слезете. И поэтому здесь он может блокировать вас, исчезать, молчать, не проявляться. Там вы ему пишете, а он читает. Вот любым способом будете пытаться до него достучаться, девочки, вот будет бесполезно. Вот будет просто как рыба, потому что не в его интересах открывает рот. Вы же здесь все уже знаете. Поэтому врать здесь бесполезно, вы знаете. Говорить правду, ну это, не знаю, стыдно, это страшно. Ой-ой-ой, здесь что происходит у мужчины, конечно. Он здесь и расстроен, он здесь и в панике, он здесь... Подкинули вы ему здесь проблем, подкинули вы ему задачку для ума. И в такой ситуации здесь действительно хочется просто раз раствориться в пространстве и сделать вид, что тебя здесь и не было. Ну, давайте мысли его будем смотреть.
Здесь прям очень-очень интересно. Давайте его мысли вот прям с самого утра. Что он думает о вас с самого утра? Ну, все здесь. Я жертва, все, я попал. Я теряю. Но терять-то свое не хочется. И вас терять тоже не хочется. Девочки, что ж вы такого сделали-то, да? Хочется спросить, что ж вы такого про него узнали? И он понимает же, что вы не отступитесь от своего. Королева мечей здесь. Еще бы. Еще бы здесь. Да. Он слишком много сидел, не двигался. А вы теперь слишком много думаете. Мысли ваши нехорошие. Мысли вы нездоровые. Это для него нехорошие. Мысли-то правильные. Королева мечей, она не дура, абсолютно. Но если ей что-то не нравится, если ее разозлить, но здесь кто не спрятался, она не виновата. Она будет своим мечом здесь размахивать налево и направо, и причем она в этом будет абсолютно права. Да, здесь мужчина считает, что вы слишком сейчас критичная, что вы слишком какая-то вот резкая, может быть, слишком злая. Что вы изменили здесь до неузнаваемости. Ну, видимо, когда вы верили ему, во все верили, ждать готовы были, когда вы ему создавали прекрасную такую эмоциональную зону, такой вот Эдем, сад прекрасный, все его устраивало, да, и все хорошо. Как только что-то вам не понравилось, что-то вы узнали, все, сразу плохая, да, сразу злая. Сразу, что ты такая конкретная и категоричная? Да ничего здесь. Девочки, поверьте, если он не захочет понять сам здесь, высшие силы его заставят понять. Они создадут ему такие условия, когда врагу не пожелаешь. Здесь для него серьезная сейчас ситуация. Вот тучи над ним сгустились. Вот он прячется здесь, потому что и с вашей стороны здесь есть аспекты, по которым вы ему можете здесь лещей накидать. Вот и плюс же здесь жизненные еще обстоятельства будут. Вы знаете, вы сейчас находитесь в коалиции с высшими силами для того, чтобы преподать урок вашему товарищу. А он чувствует, он понимает, он видит. Поэтому я и говорила, что ему хочется просто исчезнуть с этой планеты и все. К этому вопросу, к этой ситуации. Он не хочет даже близко здесь приближаться. Что еще он думает о вас? Да что... Здесь закончилось прекрасное пребывание в том любовном саду, которое вы ему давали. Надо уходить, а уходить не хочется. Абсолютно здесь не хочется. Знаете, девочки, вот из тех мыслей, которые здесь четко у него есть, надо бы попытаться как-то уладить, надо попытаться там какие-то компромиссы. Но здесь не пройдет здесь компромиссы с вами. Вы уже не согласны будете здесь серединка на половинку. Вам нужна здесь будет вот конкретика. А он все-таки, видите, здесь пытается. Ну, видимо, раньше у него это хорошо получалось. Это был его главный инструмент лавировать между людьми, между ситуациями. Между проблемами. Там все разбираются, а я как-то между. И вроде бы я участник ситуации, а с другой стороны, я своими руками ничего не делаю. Но вот здесь, видите, в гуще событий теперь находится мужчина, и теперь никто за него ничего не будет делать. А он, видите, еще до сих пор пытается как бы вывернуться здесь, как бы выкрутиться. И причем как бы здесь выкрутиться так, чтобы и он был доволен, и вы, чтобы здесь шашкой своей, мечом своим здесь не размахивали. Мысли о вас. Девочки, нет у него конкретной мысли, потому что здесь хочется, чтобы прошлое вернулось, чтобы все было как раньше. А как теперь это сделать? Он вообще не состоит. Здесь, девочки, здесь в панике, да, наш товарищ здесь в панике. Вот, ну вот я говорю, вот хочется прикинуться ветошью и все, чтобы его здесь не трогали. Как он дальнейшее видит развитие ситуации. Но оптимист надеется на то, что все каким-то
чудесным образом все уляжется и утрясется. Но я говорю, не тут-то было здесь. Здесь не только, мои хорошие, вы будете решать. Здесь еще и высшие силы. Они уж точно, даже если вы где-то проглядите, там не успеете, а они все сделают за вас. У этого мужчины должен начаться какой-то новый жизненный виток. А он его никак не начинает. То есть по его жизненной программе, там, по его судьбе, по его карме должны быть изменения. А он здесь застопорился. Ну, это, знаете, как пробка в шампанском. Вот его, ее растрясешь, бутылку, и все, да, вот она вылетает. Вот, и поэтому как комфортненько он не сидел бы, эту бутылочку растрясут до такой степени, что она взорвется. Если не захочешь по-хорошему. Не захочешь по-хорошему. Будет, девочки, пытаться с вами договариваться. Будет, будет. Но здесь имейте в виду, будет очень мягко стелить, будет обещать, будет. Но будет, смотрите, будет пытаться уходить от основной темы разговора. Поэтому, если вам нужно какое-то прояснение, он выйдет на диалог. Вот бегай, не бегай, его все равно не вы так. Высшие силы его заставят выйти с вами на разговор. Я думаю, есть в этом и его урок, что надо и с вами здесь прояснить момент. То есть его здесь направят. Но там жизнь заставит, да, вот скрутит его таким образом, что он с вами выйдет на связь. Но он будет избегать. Вот поэтому я говорю, что если вам нужно будет прояснить ситуацию, поговорить на тему разговора, здесь не поддавайтесь его какой-то, здесь лезть будет, здесь хорошие слова, добрые, любовные слова, там, я тебя люблю и так далее, и так далее. Там. Все это будет, потому что здесь двойка кубков, здесь король кубков, ну прям вот сама милота, вот сама здесь нежность, да, и вам здесь и комплименты, и ты такая-сякая, здесь в хорошем смысле, да, такая-сякая. Здесь ему важно вот мягко-мягко-мягко вам настелить здесь, а по большому счету здесь, знаете, вот налить воды вам в уши, чтобы все, вы обо всем на свете забыли. Он не будет не в его интересах здесь поднимать тему разговора, потому что, ну, иначе здесь какого-то вашего еще личного суда здесь ему не избежать. Манипулировать будет вами, да, играть на чувствах, вспоминать какие-то моменты, которые он обещал, что-то даже девочке готов будет сделать. Небольшое такое, минимальное, будет готов, лишь бы вы были довольны, лишь бы вы забыли только про тему разговора там или про конкретную ситуацию. Не готов он будет, девочки, это с вами обсуждать. Нет, ему нужно будет замять. Вот почему здесь, видите, показано, что все, вот как он раньше, да, вот привык здесь лавировать. Вот так вот он здесь дальше и будет это делать. И поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, не поведитесь. Вообще дальше. Что дальше тогда будет? А, все. Видите, карта Луна. Почему Луна? И Луна – это женская карта. Потому что все, мои хорошие, будет зависеть от вас. Либо вы действительно доводите ситуацию до конца, до прояснения, понимая, что все может закончиться расставанием, например, либо долгой-долгой паузой. Так как человек не готов с вами на эту тему разговаривать, вы будете давить на это, а он будет пытаться ускользнуть. То может закончиться действительно снова каким-то непонятным разговором, там, расставанием, да, вы можете психануть. Вот. Но может закончиться и все положительным образом. Положительный образ здесь, когда вы не будете давить, и вы согласитесь на то, что прояснение вот всех аспектов, там, может быть, его изменения, какие-то его действия в вашу сторону, будут происходить постепенно с течением времени. Вот готовы здесь ждать, значит, здесь можете на уговоры его какие-то повестись, но выставить несколько таких вот условий, которые его не будут пугать, да, там, или несколько действий, которые его не напрягут. Тогда мы можем говорить о том, что здесь в отношениях все может получиться хорошо. Откровенной, стопроцентной правды или признания вы не получите здесь в любом случае. Но вы можете здесь сохранить отношения. Вот, луна, она и есть луна, да, то есть это все равно какая-то мутность. Но если вы готовы рискнуть отношениями, но во имя какой-то правды, во имя какого-то признания его,
Будьте готовы к тому, что вы все, ваши пути дороги могут разойтись, и, собственно, все. Потому что Луна такая мутная, опасная карта, которая всегда предупреждает, что этот путь скользкий, там эта дорожка скользкая. Вот имей в виду, все может повернуться не самым приятным для тебя образом. Вот, так что выстраивайте политику свою с этим мужчиной согласно тому, что вы хотите получить. Хотите правду, прояснение и закрытие, и, ну, и закрыть отношения, да, пожалуйста. Здесь не давайте спуску и не ведитесь на его сладкие речи. Если все-таки мужчина дорог, с пониманием, что до конца всей истины вы не получите, но постепенно что-то прояснится, но вы согласитесь, говорю, вы сохраните отношения. Вот соглашаясь на одно или другое, вы получите тот результат, про который я говорила. Выбор за вами, вот, и думайте сами и решайте сами. Кстати, здесь мы видим, да, что его в любом случае вытолкнут, выпнут здесь к вам на диалог, на разговор. А вы посмотрите его следующий шаг, потому что там в голове, в мозгах там тоже уже зреет некий план. Это будет все вот здесь. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, проверьте свою подписку и поставьте, конечно же, лайк как благодарность, как эквивалент спасибо тому видео, которое вы сегодня посмотрели. Встретимся с вами в новом видео. Пишите комментарии и всем пока-пока.